Итак, полностью укомплектована команда Румынии. Она уже побеждает 1-0. Хозяева соревнований представлены всего четырьмя участниками. А, прошу прощения, нет, их, конечно, тоже все пять, полный комплект. Но класс, конечно же, по крайней мере, по медали можно судить так, что румынская команда, конечно же, поопытнее. Волька Малейка, чемпионка мира. Вчера только что новоиспеченная. И должен заметить, трехкратная. Уверенно выглядит Малейка. Видимо, не устала после вчерашней борьбы. Волосы не должны касаться куртки по правилам самбо. Но у Доминиканской Республики девушка вчера завоевала бронзовую медаль. Аракелис Солнце Сантана. Ну и классово подтверждает, конечно, Малейка. Одерживает победу, приносит первый балл своей команде. Да-да-да, что-то не пожала руку, потом поняла, что не пожала. Это неправильно. По правилам. Девушки что-то поругались между собой. На пляжном самбо такого, да и вообще на самбо это не очень приветствуется. Бывает так, некорректное поведение, какой-нибудь палец не там в глаз, еще что-нибудь. Девушки начинают злиться друг на друга. Ну и вообще это, ребята, тоже бывает. Team Vias 1, Team Bolivia, Teams Kazakhstan, and Teams Costa Rica. Please prepare yourselves for your upcoming battles. Сейчас, видимо, принимают решение по поводу дисквалификации. Возможно. Не пожатие руки, вообще участник снимается с соревнований, а если соревнования, это для дальнейшей борьбы и в следующих встречах. Если девушка из Доминиканской Республики, нарушено правило, по мнению судей, в дальнейшем колумбийская сборная Доминикана за бронзу могла побороться. Сейчас не пожмите руки и все.
было с рукопожатием, во время борьбы, я так понял, было все хорошо. Ну, может быть, не совсем правильно знать. Девушка из Доминиканской Республики, и не хотела обидеть изначально Ольху. Вот так произошло, Ольха вот немножечко проявила характер. В итоге победила дружба. Проход в ногу и подхват. Просит оценку или что? Спортсмен в синей форме. Ага, все-таки дали за подхват оценку, да? Ну, быть может, я бы тоже не давал бы. И как спортсмен не согласен с мнением судей, ну что ж поделать. 2-0. Так, девушки тяжеловесы готовятся к выходу. Бьянка Продан вчера также была золотой медалисткой в индивидуальном зачете. И спортсменка из Доминиканской Республики Аудрей Пуэлла. Она вчера была бронзовой призеркой. Янка Продан крупная девушка, да, часто подворачивается на бросок вперед с падением, используя свои габариты, свою мощь. Уже устала девушка, схватка только началась. Тяжело устает спортсменка из Доминиканской Республики. Ну, схватку вот старается продолжать, все равно с мощным усилием подворачивается на прием. Теперь Бьянка поворачивается. Идет за собой Бьянка. Вот такая вот атака. Терезамалюха сейчас была в Доминиканской Республике. И вновь первые в атаке доминиканка, вероятно, сделала ставку на активное действие. После двух минут рассчитывает на то, что ей дадут активность. Часть ее атак можно было бы назвать ложными, часть атак действительно она вкладывалась, выводила из равновесия свою соперницу. Теперь вот Бьянка бросает. Бьянка бросает подхватом в левую сторону и еще один балл своей команде. 3-0. Румыния проходит в
следующий круг соревнований. Она выходит в полуфинал, где будет встречаться с победителем следующей встречи. А следующая встреча пройдет между командами ФИАС-1 и Боливии. Интересно, что в Боливии не было мужчин представлено вчера в индивидуальном зачете. Посмотрим на их команду в командном зачете. Итак, Румыния в полуфинале и ждет победителя следующей встречи. А это сейчас будет видеоповтор. Малейка сконтрила задней подножкой.